дайте сразу, все нормально, все живы, здоровы. Сегодня последний день апреля, резкое похолодание, что, я думаю, собственно, и привело настоящих ценителей, любителей авторской песни сюда. Если бы было жарко, душно, тепло и вольготно за городом, все были бы там. Я был бы одним из первых. Но сегодня, как всегда, я угадываю и вижу ваши радостные лица, птички на месте, а левую руку Дмитрий Павлович Земский, а правую руку Евгений Николаевич Быков. В середине тоже. Совершенно неожиданно, прежде всего, для меня, я думаю, для вас тоже, как бы презентация нового, как бы диска. Вот. Просто он появился на свет Божий где-то дня 4-5 назад. Вот я его сам увидел, и сегодня я его принес сюда. Это не значит, что сейчас вот вы услышите все, что таится на этом диске, потому что услышать вы это сможете, только поставив диск на проигрывающую аппаратуру, потому что там баян, несколько десятков, сотен гитар, там ударных инструментов, что, собственно, является аранжировочной базой. Я правильно здесь знаю? Да. Как-то я сегодня выдвинут вперед очень. Свиньей. Свиньей идет. Свиньей припом, я бы сказал, идет, да? Обычно я как-то привык быть более вписанным в коллектив. А так как-то я... Сегодня всего обещаете вещать. Не знаю, я чувствую, на этом плацдарме себя не очень, ну ладно. А, раньше, значит, извините, я вам мешал, может сказать? Спасибо. Вот, но кое-что из этого диска, конечно же, вы услышите. В основном где-то я сам, когда возьму в руки гитару в начале второго отделения, там такой небольшой сюрпризик вас ожидает, и меня тоже. Но это об этом чуть позже и дальше. Если будут какие-то вопросы, мнения, пожелания, как бежать кризиса, как преодолеть свиной грипп, что-то птичий, птиц поистребляли. Жириновский просил раздать патроны народному ополчению, чтобы стрелять в бедных уток на границе Российской Федерации. А где стрелять свиней? Сегодня меня потрясла информация из Египта, что решили 200 тысяч клюшек убить просто на всякий случай. Как мусульманская страна будет есть столько свинины? Ну, наверное, надо ждать притока. Ночью, да. Ну, ладно. Поехали потихоньку с традиционной песней, которая сегодня исполняется впервые. Булты в ямку канули годы и года, булты в ямку.
лопнется из фильма бело-черного. Что-то доброе, ну прямо как в кино. Словно годы пролетели, будто не были. Где-то рядом просто выше этажом. Жаль, что сказка, как была, осталась небылью. Да и где она, дорожка в этот дом? Катались на снегокатах. Тогда наш мудрый российский народ сразу сказал, что Китай взорвал подземную ядерную бомбу. Грибы полезли большие. Вот. Ну, не знаю. Ко мне на ладонь, раз.
Ну а сейчас продолжаем по бескрайним просторам путешествия. Да. Это было в Архангельском городе. То есть что сподвигло на написание следующей песни? Выезд из Архангельска и большой человек, очень вкусно отдыхающий на земле. Действительно вкусно человек лежал, и хотелось прилечь рядом. Напьешься, будешь, да. Но образ разросся до величин, соизмеримых с тем, что вы, собственно, сейчас услышите. Русская народная основная основа музыкальная дала право назвать эту песню «Кадриль». Поймут и оценят.
Эх, судьба моя, судьба, в вечности осколок. Погадай мне на зубах, добрый стоматолог. Это вещь очень. Бор машина зажужжит, рот несчастный сплюнет. Ты мне правду расскажи, любит или не любит. От рождения 32, по жизни 8. Увела меня зима через лето 8. Из картона грубого вырежу я елку, деснами без зубами щелкнув тихомолку. И опять начну с нуля, весел и беспечен. Очень добрым стану я. Ведь кусаться нечем. Когда из-под софита надвигается нечто неотвратимое. Так, тут вот написали два стола сразу. Если суммировать столы, это будет 87-й столик. А такого типа нет. Микроб устал. Я знаю, что... Николай, что вы меня так пугаете? Хочется запеть на основе арию Кончака. Значит, микроб устал. Я знаю, что есть такое произведение. Тоже... А, нет, это не мне, можно сказать. Нет, как пиво носить, так кому-то, а как записки, так мне. Ненавижу. За это формула долгожительства нашего народа. Это вам не классика, и вы дрючницы. Завтра лучше вчера. Да кто ж до завтра доживет? Колхоз не плачет, третий год цыгане спёрли трактора. И не разит ни стебелька землица без коровика. А мы сидим и водку пьем. Как все допьем, так и умрем. А так как все нам не допить, так значит бум, где долго жить. Вот. Ну и в этой связке всегда идет прекрасный релаксирующий романс. У нас сейчас страничка русского романса. Как вы понимаете, начинается? Евгений Николаевич Быков со своей видавших все, вся и все гитары. Да что ж у вас все на это? Из-под пробки на ветру оно вливается вовнутрь. Нет, торопливо. Так пьем лишь пиво и лишь только поутру. Глоток другой. И наведенные на резкость глаза и мысли возвращаются назад. И унавоженно захарканная местность вдруг превращается в цветущий дивный сад. Над ним парит в лучах янтарного сияния вчерашний грешник, вечный пленник. Батуна. И сокращаются большие расстояния, и приближаются иные времена, где нет с утра тоски похмельного синдрома. Но дружных волн, а только радость в предвкушении труда. Дорога весело бежит к родному дому, а там жена глухонемое, но стекло. Старушка-мать печет оладьи хлопотливо, сынуля режет на баяне краковя. Ах, почему так быстро иссякает пиво? Ах, почему же в этой жизни все не так?
тут же в этой жизни все не так. Собрать их в темноте.
зал повторного кино. И увидев только ты поверь, сон, который виделся давно. Небольшой односерийный, черно-белый и оброшенный, где все живы и здоровы, и тебе немного лет, и знакомая фигурка в сарафанчике в горошек. И растерянная память, это снится или нет? В сонном том кино всегда весна, все вокруг смеются просто так. Просто в этом сне им не до сна, не заснуть весною им никак. И еще умеют все летать и клянуться помнить и любить, но никто не будет вспоминать, но никто не сможет позабыть. Небольшой односерийный, черно-белый, неопрошенный, ты все живы и здоровы, и тебе немного лет, и знакомая фигурка в сарафанчике в горошек. И растерянная память, это снится или нет? Словно сдавшиеся флаги, а на них обломком шпаги грифель от карандаша. Слово места не находит, кто моей рукой водит? Где же кошка эта бродит, грешноглазая душа? Тень скользнула по паркету, перелован лучик света, как хорошая примета, дождь ударился в окно.
в однокомнатной вселенной, с теплой грелкой наколенной, мы мурлычем вдохновенно, и что будет, все равно. Циферблат с будораженным ёжиком начал время гонять по углам. Малосольная ручка с куколкой аккуратно делим пополам. Ну, поехали, зеркало в трещинах за конец календарного дня. Да за ту незабытую женщину, что совсем потеряла меня. Ну, поехали, зеркало в трещину, за конец календарного дня. Да за ту незабытую женщину, что совсем потеряла меня. Я бродил по дорогам придуманным, выбирая пути наугад, и гитара с потертыми струнами не давала вернуться назад. И летелась, и пелась, и мучила, душу рвал на несчастных шести, и казалось, что самое лучшее за ближайшим изгибом пути. И казалось мне крест свой несущим, что не кончится этот полет. Ну а там, ожиданием живущее, все простит и, конечно, поймет. Время ежик клубочком свернувшийся укатило по лестнице вниз. И сижу я, еще не вернувшись, но уже не поющий на бис. Где-то ждет незабытая женщина и на ниточке крутит кольцо. Александр Аович уже зеленым, видно, переключили на другую группу крови. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, зеленые косяком пошли. Спойте, ой, стрельнуло в ухе. Не надо хлопать. Напугались? Так, тут что-то... Можно под хлопки, а типа это... Вы знаете, я однажды под хлопки видел, как пытались люди выжить. В хорошем смысле этого слова. Мы летели на самолете Ил-18. Кто последний раз летал на самолете Ил-18? Тогда вы понимаете меня. Да. Надеюсь, не летчиком. Это, значит, мы летели из Москвы, извините, в Сингапур, и посадка была в Мадрасе. А поскольку рейс был чартерный, и они в индийском небе давно уже таких самолетов не видели, они загнали нас на какую-то оконечность аэродрома, и часа через три надо было улетать. И когда наши пилоты ушли, чтобы как бы запросить взлет, и пропали, и мы, пассажиры, пошли уже их искать. И обнаружили их в диспетчерской индийского аэрофлота, как я понял. Причем наши пилоты, весь экипаж во главе с заслуженным летчиком, там, они стояли вокруг спящих индийских диспетчеров и делали так. Мы так открыли, сказали, вы сошли с ума, ребята? И вам под хлопки. Оказывается, по древнеиндийским поверьям, когда человек спит, душа его отлетает. И если его разбудить даже ласковым прикосновением, тело нарушает свою конфигурацию, и душа может промахнуться.
и не попасть в тело, понимаете? И это тогда кирдык полный, то есть там даже не посмотришь, что ты типа корова, священное животное, зарежут сразу. И поэтому наши заслуженные люди в голунах, там, мы знали, пу-пу-пу, бегали вокруг тех вечеров, пока те не проснулись, лениво очень. С нехоти, ненавистью, чего надо вот так. Нам улететь, да, ну ладно. Поэтому вот я вспомнил даже, можно даже под хлопки, только просыпаться в Индии. Очень много лично в этой записке. Зеленый написано. Ну, мы не готовы, во-первых, в таком составе сыграть эту песню, а под хлопки может и в антракте. На чем мы остановились? Так, на индийских диспетчерах, Ил-18, что еще было? Много было в жизни интересного. Ой-ой-ой. Ночная была песня, кричала. Нет, я хочу, чтобы вы все-таки услышали, как звучит наше трио. Трио – это творческие моряки, все-таки мы называемся. И сейчас мы споем шлягер, где трио во всей своей красе будет рычать припев. Вместе с вами. Припев очень простой и стыдно тому, кто его не знает, на самом деле. Боялись и сразу узнали. А в стране дураков, дураков не осталось. Все приехали к нам погулять на страну. А у нас, как всегда, демоната и усталость. А у нас все путем, только где тот путь. Под тяжкий вздох хлопан устатом, сам себе бог, сам себе пан, в душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. С огнем в патио, как без свечки, согреваемся в стужу, а сохнем в воде. И вокруг мельтешат в основном человечки, и все меньше и меньше нормальных людей. Под тяжкий вздох хлопну стата, сам себе бог. Сам себе пан, в душу залез, там темный лес, в лесу дубло, в дубле тепло. По полыне
небо соленое по речной. Пароходик, оплывающий с вечной. Как положена труба, над нею дым. Только дым слегка не движет, а над ним зеленое небо, красное облако. А выше краски не было у чудака. Зеленое небо, красное облако. А выше краски не было у чудака. Вот, собственно, эти пламенные строки и надо петь всем. Потому как... Играйте, играйте. Песня заряжена. Какой там Кашпировский? Кашпировский отдыхает. Сейчас я дал вам установку. Только на лучшее. Но увлекайтесь, Кирилл Николаевич, а то опять собьется на лебединый лес. Смерти, а повезет в любви. Девочка,
только не любила. Восковые сети, постой и не лови. А не везет мне в смерти, а повезет в любви. Восковые сети, постой и не лови. А не везет мне в смерти, повезет в любви. Собственно, средней убитности. Вы после
он нам в утешение душ наших и тел. Без вас не видать нам зломурно-богемной элитности. Без вас каждый в жизни имел бы не то, что хотел. Хотел. Сударыни, леди, сеньоры и, собственно, товарищи, ну вы, блин, ваще, и вам нету конкретно цены. Иконы стоят, и по избам не видно пожарище. И хочется плакать, да туш потечет, пацаны. Иконы стоят, и по избам не видно пожарища. И хочется плакать, да тушка ничего, пацаны. Расстаемся, но ненадолго. Кстати, эта песня есть на этом диске. Правда, без некоторых, так сказать, выражений.